Если мы точно обнаруживаем себя, где мое «я» и мое наслаждение, которое поступает за счет мысли, за счет действия какого-то. Но это наслаждение, относительно которого я все время соизмеряюсь, проверяюсь, проверяю других. Если вот таким вот образом мы точно обнаруживаем эти два параметра, определяем их в каждом из состояний, мы достигаем выяснения и исправления. Поэтому самое важное — не уклоняться от простой темы, в которой мы находимся. Желание получать относительно наполнения. Какой расчет оно совершает с наполнением? Для него важно наполнение, горькое или сладкое, его отношение к этому наполнению, когда он зависит от него, находится под этим наслаждением, это называется ради получения, или же он находится выше этого наслаждения, когда уже стремится к правде, при выяснении между правдой и ложью.